даже работа волонтеров, которые нам поставляли эти медикаменты. Я вам скажу, что перед началом боевых действий, ну, как говорится, глубокие поклоны. Если бы не они, мы бы не выдержали. Они привезли нам бинты, они нам привезли марлю, обезболивающее что-то. То есть, ну, Украина не рассчитывала, наверное, что это будет происходить. И потому этих поставок не было. А ДНР еще как таковой не существовало, и возможности у него не было. То есть, не было образовано такое государство. Потому волонтеры нам, это те люди, которые нам дали возможность, скажем, выстоять в борьбе за жизнь людей. Потому что поступали, я же не говорю, что поступали. Гражданского населения раненых поступало втрое, вчетверо больше, чем поступало раненых бойцов. Вот. Причем поступали бойцы, я не скрываю, поступали бойцы как из Донецкой Народной Республики, так и были пленные. Те, кто попал в плен, кто имели ранения, мы им тоже не отказывали. Тоже оказывали помощь из того, чего у нас было. То есть все, что могли, мы сделали для этих и для этих, потому что те и те, в общем-то, люди. Вот. Спасибо им. Спасибо большое. Да, людям, которые нам помогли с медикаментами, этим волонтерам.